Короче, вот такая вот штука. Выключил. Включил. Но звука бензонасоса нет вообще. Вот, допустим, поставлю я сюда. Ну, бензонасос, да, все понятно. Вот он, кстати, колхоз. На проводку через предохранитель идет на проводку от габаритов. Вот сейчас послушаем. Закрою полностью, чтобы было слышно, может быть, тиканье. Включаю зажигание. Бензонасос не дает звук. Включу, допустим, габариты. Я думаю, сразу слышно. Выключил габариты. Значит, после долгой работы, прозванивания и тому подобное, было найдено. Значит, тут у нас проводочек, видите, желтенький, вот он болтается. Он подходит к этой фишке. Фишка идет как раз от бензонасоса и всего остального вот в этом, в этой всей мудафории. Зелено-красный бензонасос, питание плюс. Идем, вот этот проводочек идет плюсом. Сейчас увидим как. Вот сейчас вы видите, как раз предохранитель вынут. Это габариты, которые питали бензонасос, плюсом. Проходит вот он проводочек, который был желтенький, он теперь в черный переходит, ну, типа удлинил, к питанию бензонасоса. Вот. Теперь, походу, потеря, провод где-то или перекис, или перетерся, я даже не знаю, всю обмотку не хочу вскрывать, от фишки до бензонасоса потерян сигнал плюс. Я сейчас напрямую сделал от фишки плюс, проводочек прокинул до бензонасоса. То есть до плюсового, вот он, зеленый с красным. Зеленый с красным. Так. И теперь есть щелканье и звук. Вот он. Это щелканье было. И вы слышите бензонасос. Сейчас вы услышите его. Вот он. Теперь я могу завести машину. И он работает. Значит, что я делаю? Я хочу сейчас провод отсоединить от фишки и прокинуть новый провод до бензонасоса, тот провод откусить. Пускай он остается в оплетке, не буду я все разматывать. Хотя, может быть, что-то там перегрелось, я не в курсе. Но решаю сделать так. Можете меня оспорить, можете подсказать что угодно. То есть я сейчас беру новый провод, протягиваю от дальней фишки оттуда до бензонасоса. Ну, до вот этого провода. Все это качественно делаю, спаиваю термоусадочными трубочками. И все, и забываю, что у меня было. Посмотрим, что будет. В общем, выглядит это так.
Вот он провод. Вот он, вы видите, наверное, откусанный. Зеленый с красным. А это припаянный. Тут термоусадочные трубки готовые. Паяльник подключен. И вот этот провод идет, идет. Идет, идет сюда. К плюсу. Тоже откусанный плюс. Получается. Который остался в этой проводке. Я его не стал трогать. Оставлю этот колхоз на пожарный случай. Хрен его знает. От габаритов вдруг что произойдет в жизни. Может быть, я тут не прав в чем-то. Если опять выбьет. Если выбьет, то тогда опять на габариты кину. И все работает. Сейчас уже все припаяно. Вот натикает рулюха. Нужен бензонасос. Можно заводить. Бензонасос слышен. Тут все в порядке. Сейчас это спрячу все сюда и туда. Нужно было сразу протянуть, ладно. Протяну так. Ну, в общем, ремонт закончился. Все работает.